Меня зовут Виктор Лебедев, я художник, я участник проекта «Тверь Тим». Я легально теперь работаю. То, что я увидел нарисованное на стене, на всю жизнь оставило след и, в принципе, задало вектор. Нужно понимать, что будет с той стороны, как это будет воспринято. Просто смотреть и вспоминать, напоминать людям о людях.